В водном многоборье приняли участие школьники нашего города. К числу спортсменов из уссурийской секции плавания добавились гости из городов Приморья. Несколько лет подряд на этих соревнованиях стартовали только местные спортсмены. Мы впервые пригласили сюда, как на матчевую встречу, другие команды. Приехал Арсений, приехал Владивосток и Спадани. Всего собралось 180 участников. К заплыву допускались дети до 17 лет. В программу многоборья вошли две дистанции – 50 и 100 метров. Длинную дистанцию спортсмены плыли четырьмя стилями – кроль, кроль на спине, брас и баттерфляй. Многие родители в первый раз увидели, как дети младшего возраста владеют всеми способами плавания. Мне нравится кроль, потому что на нем легко работать и достаточно быстро. Все пловцы были в равных условиях. К соревнованиям допускались не просто школьники, а именно те, кто тренируется в спортивных секциях. Наш город представила команда хозяев из бассейна «Чайка». Я занимаюсь 3 года, и мне не было тяжело. Дистанция в 50 метров оказалась легкой. От бортика до бортика спортсмены плыли вольным стилем. Победитель определился по сумме результатов обеих дистанций. Золото удалось завоевать уссурийскому пловцу Александру Чуваеву среди школьников 13 лет. Серебро нашей команде принесла Марина Садила в категории от 14 и старше. И тройка бронзовых наград нашей копилки благодаря Марии Кордик, Владе Бурыгиной и Павлу Грачеву.